Рахмет, Динара. Армысыздар, баспасөз мәслихатын бастаймыз. Добрый день. Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Қазақстан Республикасы министрлерінің халық алдында есеп беру кездесулері жалғасуда. Бұл орайда бүгін студиямызда Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Тұрғанбаев Ерлан Заманбекұлы. Қош келдіңіз, Ерлан мырза. Сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма. Ішкі істер органдары елдегі қоғамдық тәртіптің тірегі және біздің азаматтарымыздың қауіпсіздігі кепілі. Сондықтан бұл орган үнемі жетілуі тиімді болуы тиіс. Мен сіздерге осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатқанын қысқаша айтып кетем. Бірақ алдымен еліміздің қазіргі криминалдық жағдайын айтсам, жыл басынан бері елдегі қылмыс 9% азайды, аса ауыр қылмыс саны 7%, орташа 12% және 10 ауыр емес қылмыстар 4-7% қысқарды. Кісі өлтіру 24%, қарақшылық шабуыл 2%, тона 10%, зорлық 6%, ұрлық 13%, бұзықалық 22% аз тіркелді. Сондай ақ жас өспірімдер тарапынан қоғамдық орындармен көшелерде орын алған қылмыстар, мас күйінде жасалған қылмыстар, атыс қаруын қолданған қылмыстар төмендеді. Ағымдағы жыл министрлік үшін ерекше жыл болып табылады. Елбасы және мемлекет басшының тапсырмасы бойынша біз саланы жаңғыртуды келесідей бағыттарда жүргізіп жатырмыз. Уважаемые журналисты, я хотел бы коротко проинформировать вас о той работе, которая делается в Министерстве внутренних дел. Сейчас я озвучил некоторые цифры. Это те цифры, которые говорят о том, что у нас на сегодняшний день снижение идет преступлений и в то же время улучшение раскрываемости. В то же время по поручению Елбасы у нас было в 2018 году подписана дорожная карта о реформировании органов внутренних дел на 2019-2021 годы, в котором нашли 9 направлений и 28 пунктов. Основное это открытость полиции перед населением, реформирование и улучшение кадрового потенциала, реформирование органов образовательных ведомственных учреждений, ну и снижение коррупциогенности. В этом направлении у нас очень большая работа проводится. И 2 месяца назад на встрече с личным составом президент нашей страны Кашмур Кемилович обратил еще на 3 момента. Это на борьбу с кражами скота. Второе – это усилить борьбу со сбытом наркотиков, которые сейчас происходят через телекоммуникационные сети, и на борьбу с коррупцией. В этой части нами проводится определенная работа. Буквально недавно мы уже внесли предложение о введении новой статьи, вернее, части 4 статьи Уголовного кодекса по сбыту наркотических средств. До этого у нас не было нигде расписано, что сбыт наркотиков может быть через телекоммуникационные сети. Это, во-первых. Во-вторых, сейчас с появлением новых химических наркотиков у нас идет спад выявления тех наркотиков, которые мы постоянно изымали. Это героина, гашиша и опия. Поэтому сейчас основной акцент идет на синтетические наркотики, на спайсы. Поэтому для более оперативного реагирования органов внутренних дел по выявлению этой категории наркотиков внесено изменение в закон, и теперь виды наркотиков будут прописаны не в законе, а в постановлении правительства. То есть при появлении новых наркотиков мы сможем оперативно отреагировать, внести предложение и постановлению правительства по согласованию со всеми государственными органами ввести этот наркотик в число запрещенных, а также запрещенных лекарственных средств. Тем самым с этого момента наступает уголовная ответственность. По реформированию учебных заведений. У нас было 12 учебных заведений. На сегодняшний день их количество составляет 4 вуза и 1 учебный центр. Вузы у нас остаются в городе Караганде, в Кустанае, в Актюбинске и в городе Алмате. Карагандинская академия у нас перепрофилируется под следственную высшую школу. То есть она будет академией МВД, но специализация будет чисто по линии следствия, потому что следственных работников у нас практически ни один вуз в стране не готовит. Это очень сложная профессия, тем более от работы следователя, от квалификации и от того, как он даст квалификацию тем или иным действиям, зависит судьба человека и в целом конституционные права граждан.
Поэтому мы основу акцент сделали на это, потому что этот вуз Академия будет готовить кадры и для других правоохранительных органов. Другие три высших учебных заведения у нас будут перепрофилированы. Теперь с этого года бакалавриат мы принимать на учебу не будем. Я подписал соглашение с рядом ведущих вузов, которые готовят юристов широкого профиля. И на сегодняшний день мы будем принимать уже на работу юристов с дипломом с высшим юридическим образованием. И в течение 3-6 месяцев они будут проходить переподготовку в этих учебных заведениях, как во всех западных странах по мировому опыту, как полицейская академия, и получать непосредственно полицейскую профессию. Тем самым мы два таких шага делаем. Первый, мы экономим бюджетные средства, так как на обучение бакалавриата требуется 4 года. Тем более в высших учебных заведениях МВД мы обучаем бесплатно. То есть таких денежных средств мы уже тратить не будем. И во-вторых, за счет того, что мы расширяем на поле для приема на работу юристов, тем более с разной подготовкой, мы тем самым повышаем квалификационный уровень принимаемых к нам на работу. В части открытости для населения мы на сегодняшний день практически во всех подразделениях полиции запланировали открыть 271 фронт-офисов. На сегодняшний день у нас 174 фронт-офиса открыто. Что такое фронт-офис? Все вы прекрасно знаете, что любое подразделение полиции, оно является режимным объектом, и просто так туда зайти невозможно, потому что стоит дежурный с оружием, который просто так никого не пускает. Поэтому на первой линии мы и поставили фронт-офисы, куда может зайти любой гражданин и обратиться с любым вопросом по оказанию ему помощи. Будь то правовая помощь, будь то помощь в части ограждение его от каких-то преступных посягательств, либо заявление на сотрудника полиции. Будут работать там наши все специалисты, и администратором будет гражданский человек, который будет принимать все жалобы, заявления граждан. На сегодняшний день, я уже сказал, 174 фронт-офиса у нас работают. За счет этого мы уже во фронт-офисах обслужили более 5000 граждан, и тем самым у нас нагрузка снизилась на дежурной части, на операторов 102 и на блок министра внутренних дел. В то же время за счет этого мы разгрузили, еще раз говорю, наши дежурные части, что позволило нам более оперативно реагировать на все другие преступления и правонарушения. Также в течение 2 месяцев мы активно работаем по приемным на автодорогах. Практически во всех регионах у нас в апреле, в мае и вот буквально на днях выходили опять же наши сотрудники в те установленные места, куда может любой гражданин подойти и проконсультироваться. Выставлялись столики, ставились автобусы. В течение 2 дней все руководители, начиная от начальника департамента полиции областного и кончая узкими специалистами по линии миграции, дорожной полиции, общественной безопасности, выходили туда. В то же время были терминалы для оплаты штрафов, а также специальные каналы связи для того, чтобы проверить либо зарегистрировать любого гражданина по тому или иному месту жительства. Я хочу сказать, что за эти 2 месяца, за апрель-май, мы наработали очень хорошую практику. Около 35 тысяч граждан обратилось к нам. По всем их жалобам, заявлениям мы приняли решение. И среди этого количества около 1000 поступило предложение по совершенствованию работы органов внутренних дел. То есть такое количество мы, наверное, за год бы не набрали, если бы у нас не было этого приемной на дорогах. Теперь сейчас мы создали рабочую группу, которая анализирует эти все предложения и которые наиболее приемлемы и которые соответствуют времени, мы, конечно, будем внедрять в свою деятельность. Хотел отдельно остановиться на безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что у нас увеличилось количество автотранспорта, практически за последние 10 лет оно увеличилось в 1,5 раза, и сегодняшний день у нас уровень автомобилизации составляет 4 200 000 единиц автотранспорта. В то же время нам удалось снизить на 30% за эти 10 лет уровень дорожного транспорта происшествий и смертности. Но в то же время последний раз на встрече президента с личным составом президент указал на то, что очень много погибает людей у нас на автодорогах. На самом деле у нас погибло около 2000 человек. Это в результате нарушения правил дорожного движения, выезда на полосу встречного движения, несоблюдения норм проезда перекрестков, ну и, естественно, и другие технические параметры, которые в этих автотранспортных средствах не были соблюдены. Сейчас нами в дорожной карте отдельный блок подготовлен по безопасности дорожного движения. Буквально в ближайшее время, вот, через 5 дней 27 числа, мы соберем первую рабочую группу из представителей Министерства
индустриального развития, депутатами Мажилиса и Сената парламента, а также со всеми неправительственными учреждениями и предприятиями, автопредприятиями нашей страны, для того, чтобы принципиально и концептуально рассмотреть вопросы по безопасности дорожного движения. Одними только методами ограничения либо усиления административной ответственности, наверное, нельзя навести порядок на автодорогах. Тут должны быть и технические параметры, это должно быть увеличение количества надземных пешеходных переходов, улучшение светофорного обеспечения, уменьшение где-то скоростного режима, ограничение бордюрами, чтобы не было выезда на полосу встречного движения. Я уже сказал, что 30% у нас погибает при выезде на полосу встречного движения. При лобовом столкновении практически выжить невозможно. Кроме этого, хотелось бы сказать, что президент нашей страны Константин Кемелович дал поручение по 4 пунктам для Министерства внутренних дел. Это разработать и принять комплексный план по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы. В этой части мы создали рабочую группу и уже начали работать. Действительно, профилактика правонарушений – это, наверное, основа работы всех правоохранительных органов. Преступление легче предотвратить, чем потом его раскрывать. В основу лежит то, что у нас будет акцент сделан на профилактику среди личного состава, среди нашего спецконтингента. Это алкоголиков, наркоманов, людей, которые освободились с мест лишения свободы. И там будет детально и точно проводиться работа по профилактике, по трудоустройству, ну и также по адаптации тех людей, которые освободились из мест лишения свободы. Также я хотел обратить внимание, что у нас отдельным блоком идет усиление общественного контроля над деятельностью полицейской службы, в том числе совершенствование ее оценки и рассмотрение принимаемых мер на соответствующих общественных советах. Общественный совет Министерства внутренних дел есть, ее возглавляет доктор юридических наук Кагамов, юрист, который долгое время работал в науке, работал в правоохранительных органах. И в общественном совете практически входят все у нас неправительственные учреждения, которые как бы ни было касались правоохранительной деятельности. На сегодняшний день общественный совет у нас очень эффективный, и он был признан одним из лучших в республике. Но в то же время на сегодняшний день мы вводим новый критерий оценки деятельности полиции не по баллам, не по раскрываемости, а также по общественному мнению, то есть обратная связь. То есть на улице граждане должны сказать, насколько повысился уровень доверия к полиции, насколько они доверяют и как проводятся эти все реформы. Мы к этому готовы, к открытости. И я еще раз говорю, мы все предложения, которые к нам поступают, мы их рассматриваем. Отдельным блоком у нас идет это усиление требований по отбору и подготовке кадров правоохранительных органов. Я уже сказал, что мы сейчас будем набирать с высших юридических учебных заведений. Но в то же время сейчас отдельным блоком идет, наверное, прием на работу еще IT-специалистов. Сейчас очень много преступлений, которые совершаются с использованием телекоммуникационных сетей. И уже есть факты мошенничества, хищения с банковских счетов, это избыт наркотиков и другие виды преступлений, где, наверное, юридических знаний уже мало. Поэтому сейчас мы заключили также соглашение с техническими вузами и будем создавать специальный ряд подразделений, которые будут бороться именно с этим видом преступлений. Кроме этого, стоит один из пунктов – это комплекс мер по социальной поддержке сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. По социальной части я хотел бы сказать, что зарплата у наших сотрудников полиции невысокая. Там сержантский состав составляет от 80 до 90 тысяч, это на первом году службы, у офицеров около 120 тысяч. Самая высокая у нас, наверное, заработная плата, это участковых инспекторов 160 тысяч. С 1 июля у нас будет повышение заработной платы за счет того, что мы в конце прошлого года пошли на сокращение штатов. Мы сократили 10% личного состава МВД, это 10 500 человек. 9 тысяч – это за счет некомплекта, который у нас был, и 1500 за счет других служб, которые мы оптимизировали, объединили в другие подразделения и оптимизировали нашу работу. За счет экономии этих денежных средств мы сейчас в первую очередь будем повышать заработную плату для патрульных постовых, для сотрудников оперативно-следственных подразделений – это от 55% до 65%. Для участковых инспекторов и преподавателей вузов на 25% и для всей остальной категории это на 20%. Кроме этого, впервые для участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних и патрульных полицейских вводится компенсация за жилье.
Ни для кого не секрет, у нас очень много молодых людей, которые после окончания вуза приходят на работу. И на сегодняшний день у нас нет льготного получения жилья, нет у нас практически общежитий, нет служебного жилья, практически мы это жилье не строим. Поэтому это получилась социально уязвимая даже часть среди правоохранительных органов. И то, что сейчас 1 июля будет компенсация за жилье, она будет большим подспорьем. За счет этого наши сотрудники смогут оплачивать арендное жилье от 70 до 150 тысяч тенге. Тем самым мы считаем, что уже оттока кадров с органов внутренних дел не будет. И мы будем подбирать квалифицированные кадры. Естественно, будет очень жесткий отбор на те или иные профессии. Также отдельно хотел сказать по коррупции. Буквально месяц назад мы подписали трехстороннее соглашение, куда вошли Министерство внутренних дел, Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и представители гражданского общества. Мы впервые пошли на такой шаг. В течение 2 месяцев мы создали рабочую группу и предложили внести все предложения по противодействию коррупции. Около 1000 предложений поступило. Из них мы отобрали 129 предложений. Их ввели в 28 крупных таких блоков, и они вошли в этот план. План, я вам скажу, он не формальный, он реально действующий, реально воплотимый в жизнь, и поэтапно мы начали по нему работать. Первое, я уже один раз сказал в средствах массовой информации, это сокращение РЭО. На сегодняшний день регистрационно-экзаменационные подразделения наиболее подвержены коррупции в органах внутренних дел. Ну, раньше даже была поговорка, если у тебя нет знакомых в ГАИ, значит, ты ничего не представляешь. Но сейчас не надо знакомых иметь в ГАИ, потому что ГАИ как такого же органа нету, РЭО уже нету. Спокойно вы можете пойти в любой ЦОН, спеццон и выбрать тот номер, который вам необходим. Если это с одинаковыми цифрами, там одна цена, если простой номер, то в течение буквально 10 минут вам этот номер выдадут. То есть сейчас уже нет необходимости держать полицейских в РЭО. Например, теоретические и практические экзамены можно сдавать и без сотрудника полиции. Теоретически это компьютерный класс, в котором уже программа забита. Если человек не сдал тесты, то, естественно, компьютер выдаст этот результат. А на практических также все машины оборудованы датчиками, в которых установлены по тому маршруту, который там запланирован. Если он нарушит или проедет на другой красный свет на светофора, то, естественно, эти датчики тоже сработают, и он будет признан не сдавшим экзамены. Зачем там держать сотрудника полиции, практически которого ничего не решает? Единственное, да, действительно, за оформлением автомашин, за выдачей водительского удостоверения, контроль у нас остается. Он остается через интернет, через те каналы, которые у нас есть, удаленно. То есть, если машина находится в угоне, если водитель до этого совершил правонарушение, если он лишен водительских удостоверений и вновь хочет документироваться, естественно, мы это увидим и через сеть мы заблокируем данное решение и потом уже будем принимать меры в соответствии с действующим законодательством. Тем самым у нас с РЭУ освободится около 220 наших сотрудников, которых мы переведем в другие подразделения. Что касается дорожной полиции, уже как служба ее уже нету. Мы всех перевели патрульным полицейским. Вы сами увидели, на дорогах уже у нас нету ни регулировщиков, ни наших там сотрудников, которые в ручном режиме останавливают автотранспорт. Останавливать беспричинно автотранспорт запрещено. Только в момент его движения, если явно есть нарушение закона, и оно зафиксировано на видео, фото, фиксаторы, то тогда да, водитель будет привлечен к административной ответственности. В городах Нур-Султан, Алмата и в Чимкенте у нас за счет систем видеофиксации Сергек 60% выявляется административных правонарушений. В других областных центрах около там, 30%. Мы составили дорожную карту, в соответствии с которой практически все местные органы тоже подписали ее, акимы, и будет расширение систем видеонаблюдения, тем самым человеческий фактор исчезает, а технические средства, которые зафиксировали, естественно, по ним уже граждане будут оплачивать все штрафы. Теперь, что касается наших рубежных постов. Очень много было вопросов, почему эти рубежные посты убрали. Их у нас было в 2000 году 96. Я уже сегодня приводил пример, все вы помните, арбузный рейд министра Сулейменова Кайырбек-Шанча, после которого было кардинально принято решение эти рубежные посты частично убрать. Тогда в ходе этого рейда было выявлено 32
рубежных поста МВД, 10 постов транспортного контроля, около 5 таможенных, на которых брались там поборы с каждой единицы автотранспорта грузового, который перевозил фрукты и овощи по территории Казахстана. После этого было уменьшение количества этих рубежных постов до 60. В дальнейшем мы сократили до 36. И на сегодняшний день мы пришли к тому, что мы оставляем только 16 постов. Это и то по периметру нашей страны. Это в случае каких-то мероприятий, связанных с розыском преступников, перекрытию границ, тогда эти рубежные посты будут усиляться. А так они будут работать в обычном режиме. Внутри межобластные все посты будут убираться, и около 400 сотрудников, которые там работали, практически они будут переведены в другие подразделения. Для чего это делается? Это, во-первых, антикоррупционные составляющие. В прошлый раз мы с агентством по делам госслужбы и противодействия коррупции тоже в ходе анализа пришли к такому мнению, что это еще одно подразделение, которое наиболее подвержено коррупции. Теперь, что касается у нас, теперь говорят, а где пункты обогрева будут у наших граждан, если эти рубежные посты уберут? Но у нас, кроме этого, есть 40 трассовых медико-спасательных пунктов по линии ЧС. Они стоят на этих же трассах. Практически это 40 постов, на которых находятся медики, которые могут в любое время дня и ночи оказать помощь. Около 2000 они выездов в течение года осуществили, оказали содействие не только при ликвидации дорожно-транспортных происшествий, но и также местным жителям, которые живут возле этих постов. Поэтому эти посты у нас будут пунктом обогрева, а в случае необходимости там можно будет временно развернуть любой полицейский пункт. Тем самым мы снижаем эти коррупциогенные риски, и, как я уже сказал, это в целом повлияет на уровень повышения доверия к полицейским нашей страны. Ну и в завершение я хотел бы еще сказать, что у нас в летний период очень много погибает людей на воде. Дети в основном. Сейчас буквально в интернете было несколько фактов, когда двое детей с одной семьи в канал упали, когда в водоеме утонули школьники опять. Поэтому сейчас мы обследовали 1500 водоемов, около 2000 мы запретили купаться. Других по нашему настоянию местные исполнительные органы специальные места для купания организовали, но там обязательно должен быть пункт спасения. Кроме этого, сейчас наши патрульные полицейские, которые патрулируют в тех районах, где есть водоемы, каналы, реки, либо временные хотя бы места для купания, мною подписан приказ, чтобы обязательно в багажниках данных автотранспортных средств находились спасательные жилеты, баллоны, арканы для спасения людей, ну и также специальные технические инструменты для того, что если дорожно-транспортное происшествие произошло, чтобы можно было разжать кузов автомашины и до приезда там машин по чрезвычайным ситуациям спасти нашего гражданина, как говорится, в золотой час. Вот эти нововведения, о которых я хотел бы довести до вашего сведения. А еще один момент, это касается пенитенциарной системы. Пенитенциарная система, наверное, самая критикуемая в системе органов внутренних дел. Очень много нам пишут по пыткам, очень много пишут по ограничению прав заключенным. Да, действительно, эта структура требует переформатизации и кое-каких изменений. Буквально месяц назад я провел форум с участием всех руководителей департаментов уголовно-исполнительной системы, с привлечением всех заинтересованных неправительственных учреждений, присутствовали также иностранные представители, где в течение 5 часов буквально мы говорили о той системе, которая у нас сегодня существует, и как ее сделать более прозрачной и наиболее безопасной. Сейчас вносится ряд предложений в Уголовно-исполнительный кодекс. Разработчиком является Генеральная прокуратура. Мы с ней постоянно отрабатываем вот эти все предложения. И буквально в течение месяца мы план мероприятий, а также те предложения, которые в Уголовно-исполнительный кодекс мы предлагаем, мы ее озвучим. Ну, на сегодняшний день я хотел бы сказать, для более такой открытости и для лучшей реабилитации осужденных, мы уже в 2 областях вводим интернет-свидания. Ну, все вы знаете, свидание получить очень было до этого сложно. Тем более администрация у нас препятствовала, бывали факты субъективные. Но на сегодняшний день мы идем на открытость. И осужденный, если он не имеет замечаний, если он...
курсе всех дел, что у него есть в семье. Также участвовал, наверное, хоть и виртуально, хоть и на расстоянии. Ну, воспитание своих детей. Ну, естественно, это любой человек будет стремиться домой для того, чтобы свою неполную семью все-таки пополнить и больше не совершать таких преступлений. Также мы вводим интернет-магазины, чтобы, опять же, граждане наши не ходили с передачами в колонии нашей места лишения свободы. Через интернет сейчас можно купить не только вещи, но и продукты. То есть интернет оплачивают через банковскую карточку. Тем самым практически идет поступление тому или иному заключенному, если он необходим в каких-то товарах народного потребления, либо в одежде, вот эта поставка. Ну и еще раз хотел сказать, что у нас 75% трудоспособного населения, тюремного населения в колониях, она сегодня работает. Сейчас осваиваются у нас профессии. Очень много сейчас представителей малого и среднего бизнеса изъявили открыть свои производства у нас в колониях, и мы на это идем, мы колонии открываем. Нам это нужно. Во-первых, это реабилитация. Во-вторых, наши осужденные получают там заработную плату, которую могут потом перечислить свои семьи. И последнее, то, что в рейтинге мировом, наверное, мы с третьего места ушли в середину этого рейтинга. У нас тюремное население раньше там составляло 63 тысячи, на сегодняшний день 30 тысяч практически. Мы сократили количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, практически в два раза. Но это не только от работы, наверное, органов внутренних дел, это в целом была гуманизация. Гуманизация коснулась многих статей Уголовного кодекса. И на сегодняшний день, я думаю, это совершенно правильное решение, потому что, ну, все-таки находясь в местах лишения свободы, такое количество людей не всегда адаптируется. Спасибо. Теперь я готов ответить на все ваши вопросы. Рахмет, Ерлан Заманбекұлы. Жалпы, әріптестер, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Естеріңізде сала кетеміз. Қойылған сұрақтардың барлығы бүгінгі тақырыпқа қатысты болу керек. Ескереміз. Кеш жарық, сәлеметсіздер. Менің сұрағым заңсыз акцияға қатысты. Бірнеше сұрағым бар. Митингке қатысты. Бірінші сұрақ, белгілі болғандай, әлеуметтік желілерде кеңінен жазып жатыр. 9-10 маусымда болған митинг кезінде ұсталған, яғни заңсыз акцияға шыққан ұсталған азаматтарды хабар ошарсыз ұстаған деп. Яғни әлеуметтік желіге кеңінен жазып жатыр, 2 күн бойы ешқандай хабар болмаған. Қайда кеткен, кім алып кеткен ешқандай білмейміз. Кейін белгілі болғандай, олар вообще қалада емес, Қарағанды облысын алып кеткен деп. Осыған қатысты сіздің пікіріңіз. Екінші сұрақ. Әлеуметтік желіде кеңінен тарап жатқан полиция қызметкеріне больницаға түскен туралы. Яғни заңсыз акция 9-10 күні болған, полиция қызметкері больницаға 17 маусым күні түскен. Осы тоже көп кеңінен талқыланып жатыр. Сіздің пікіріңіз. Үшінші сұрақ. Сіздер жақында таратқан ақпарат бойынша 300-ден астам полиция қызметкері зардап шеккен туралы айттыңыздар. Ал керісінше заңсыз акцияға қатысқан адамдардың зардап шеккені туралы ешқандай ақпарат таратпадыңыздар? То есть олар ешқандай зардап шеккен жоқ па? И заңсыз акцияға қатысқандардың бүгінгі жағдайы не болып жатыр? Босатылғандар бар ма? Сол туралы айтып кетсеңіз. Рахмет. Сұрақ қоюшылар көп өте. Бір-бірлеп бір-бір сұрақтан қойсаңыздар, кешірім сұраймын. Осы 4 сұраққа мен 3 күн бұрын сіздерге жауап бердім. Бәрі жерде интернетте ол жауап бар. Енді бүгінгі күні ана соңғы сұрағыңызды айтайын. 3 қана адам қалды бізде. Басқалар бәрі босатылды қазір үйлерінде. Жай ғана әкімшілік қамауда болды. Интернетте бәрі бар ғой, мен жауап бердім ғой. Жақсы, келесі сұрақ әріптестер. Портал информбюро, Боржа Маканов. Скажите, пожалуйста, вот тоже касаясь акции на русском, вы сказали, 3 человека, да, остались? Еще да. Такой вопрос интересует. Это те, которым дали 15 суток или 10? И вот у меня еще такой вопрос, хотел уточнить. Сообщалось, что в ходе этих акций Токаев сообщал, что есть граждане, которые ну, просто случайно мимо проходили. Многие так говорят. Вот МВД подсчитало, сколько таких человек, в общем, было задержано. Есть ли такая информация об этих людях? Потому что когда в судах эти дела рассматривали, то по представлению там, прокуратуры, по жалобам этих оштрафованных, привлеченных к аресту,
их выпускали не до конца срок, но в то же время там вроде никого не, ну, не оправдали, не признали, что его незаконно ну, полиция задержала. Ну, вот вы знаете, я вам скажу так. Во-первых, за два дня до незаконных акций Генеральная прокуратура уведомила, что граждане воздержались от проведения несанкционированных митингов. Все вы знаете, 9-10 это были выборы. Мы тоже уведомили через средства массовой информации, что полиция находится в усиленном варианте несения службы. Тем более мы несли службу в избирательных участках, а также на площадях, скверах. 9-10 эти акции были незаконные именно в этих местах. До этого неоднократно предупреждались. К людям выходили представители местных исполнительных органов, акиматов. Потом их предупреждали прокуроры и просили разойтись. И только после того, как длительно люди не расходились, призывали к различным там лозунгам, в том числе экстремистского характера, после этого они были задержаны. Вот вам ответ. И сейчас вы когда говорите, сколько из них незаконно, ну, извините, если вам сказали, что это незаконно, уйдите с места проведения несанкционированного митинга, а вы там находитесь, ну, вы тоже нарушаете закон. У нас общественный порядок, он для всех. Тем более в городе Нур-Султане в течение 5 часов была перекрыта улица, это проспект Республики. Весь общественный транспорт сворачивался в другую сторону. Были пробки. Но почему мы думаем о тех людях, которые там нарушают общественный порядок? А почему мы не думаем о тех людях, которые в этот день ехали домой, ехали на работу? О тех студентах, которые опоздали на учебу? О тех школьниках, которые опоздали в школу? О тех граждане, которые опоздали на работу? Ну их же тысячи. То есть в целом общественный порядок, он касается не только тех лиц, которые были задержаны, а все-таки полиция стоит на охране общественного порядка всех граждан нашей страны. Поэтому здесь субъективизма не должно быть. И в части тех граждан, которые жалуются на то, что незаконно были задержаны, президент четко сказал, что он поручает Генеральной прокуратуре разобраться, если у них есть жалобы, заявления. Поэтому, я думаю, есть третий орган, который даст правовую оценку. Вы неправильно поняли, когда вам говорят, вы уйдите, пожалуйста, с этого места, не нарушайте общественный порядок. Если вы перекрываете дорожное движение, если вы ночью перекрыли движение на улице Тулеби, создали неудобства всем гражданам, в течение получаса выкрикивали там лозунги, вставали на машины, на капот. Микрофон дал сөйлесеңіздер, қолдарыңызға, орындарыңыздан тұрып. Практически все задержанные, которые были привлечены к административной ответственности, там было судебное решение. А остальные граждан, которые просто доставлялись и которые говорили, что они просто рядом идут, мы всех отпускали. Я вам сказал, что около 3000, это 2780 человек, были сразу же после там задержания освобождены. Рахмет, келесі сұрақ. Без привлечения к административной ответственности. Келесі сұрақ. Кешірім сұраймыз, бізде кезек-кезекпен бұл жерде сұрақ. Добрый день, Ерлан Заманбекович, у меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, проведена ли проверка уже по двум аудиозаписям относительно вашего заместителя? Однажды я вас уже спрашивала в стенах правительства. Прокомментируйте, пожалуйста. И правда ли, что расформирован УБОП? И как сейчас проводится расследование, погибли девочки в бассейне Ханштыра? То есть говорилось о том, что заведено 2 уголовных дела. Есть ли новые подробности? Спасибо. Ну, тақырып бойынша ғана сұрақ қойларыңызды өтініп сұрадық қой біз. Қорытындылап жатырмыз. Ты каждый вторник меня отлавливаете, провести. Ну, я всегда умру, должны были воспитатели и педагоги, которые должны были смотреть, и по технике безопасности в отношении руководства той компании, которая управляла этим бассейном. Сейчас на стадии расследования находится, ну, тоже по завершению мы тоже ведем. И третий вопрос. УБОП действительно был расформирован в рамках модернизации, он был расформирован в ноябре прошлого года. Сейчас подразделение УБОП, она существует как отдел в структуре криминальной полиции, так что говорить о том, что УБОП вообще нет, нет.
потому что она работает, но она в составе криминальной полиции, где она раньше и была. Просто одно время в связи с тем, что у нас пошел разгул организованной преступности, это подразделение было выведено в отдельное подразделение, и которое целевым занималось именно организованной преступностью. Сейчас как бы такой актуальности нет, поэтому это подразделение в виде не управления, а отдела находится в составе криминальной полиции, и работа также продолжается. Рахмет, келесі сұрақ. Айнур Коскина, Вести Киджи. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот вы сами говорили, что 4000 было задержанных, из них 3000 отпустили через 3 часа. То есть вы хотите сказать, что полицейские за 3 дня задержали 3000 случайных людей? Так получается? Ну, из того, что вот вы сказали, это мой вывод, поэтому я хочу, чтобы вы на этот вопрос ответили. Я хочу сказать, что по закону, если человек отказывается от участия в несанкционированном митинге и об этом заявляет, мы его отпускаем. Это норма закона. Ну, то есть вы хотите сказать, что 3000 людей – это были случайные люди? Нет, они участвовали, они были там. Но там у нас делится на участников, на организаторов. И поэтому лица, которые принимали участие в несанкционированных митингах, если он отказывается от участия в нем, он освобождается от ответственности. Я об этом хочу сказать. То есть вы хотите сказать, что полицейские не задерживали случайных людей? Я правильно вас поняла? В части случайных людей не задерживали, я вам еще раз говорю, что по всем заявлениям, которые поступили, проверку проводит Генеральная прокуратура. И второй вопрос. Я его задавала вам конкретно во вторник. Вы сказали, что вы проанализируете видео относительно людей в черном без опознавательных знаков. Вы проанализировали видео, которое есть в социальных сетях? И скажите, что вы можете сказать, какие выводы вы сделали? И... Вот у меня вопрос, кто выложил вот это в социальные сети, пусть более подробную картинку мне покажет, потому что люди стоят, во-первых, лицом. Во-вторых, у нас в спецподразделениях, к которому относится СОБР, есть три формы одежды. Первая – это полицейская, в которой они участвуют, ну, вот как у меня вот синяя форма. Вторая – это камуфлированная синего цвета. И черная – это которую они тоже используют. Но вот. На них должны быть обязательно амуниции? То есть они у должны них быть обязательно на беретах есть отличительные и шевроны. Шевроны могут быть на спине, либо на рукаве. Я почему и говорю, дайте мне это фото более подробно посмотреть. Спасибо. То есть вы не изучали? Ну, я вам еще раз говорю, случайных людей там не было. Там участвовали наше подразделение СОБР и сотрудники патрульной полиции. Других подразделений, ну и Национальной гвардии, других подразделений там не было. Случайных людей, как вы говорите, наемников, легионеров нет и не было. Я со всей ответственностью вам заявляю. Спасибо. Следующий вопрос. У нас ограниченное время. Армсыз министр Мырза, менің сізге екі сауалым бар. Біріншісі, біздің еліміздің қалаларында қазір көршілес мемлекеттерден, атап айтқанда Ресей мен Армениядан жеткізілген көліктер көбейіп жатыр күннен күнге. Осылардың тарапына, тұрғындардың тарапынан жалпы жол ережелерін сақтамайды деген шағымдар жиі түсіп тұрады. Осыған байланысты не айтасыз? Бұл мәселе қазір реттелді ме? Екіншісі, және жаңа сіздің сөзіңізден туындап отыр. Жолда қабылдау акциясына мыңдаған адамның шағымданғандығын айттыңыз. Менің білуімше, олардың барлығы Шалғай ауданының ауылдарының тұрғындары, сонда ішкі істер бөлімдері аудандардағы және учаскелік инспекторлар жолдағы қабылдау келгенше жұмыс жасамаған ба? Қай ауданда? Еліміздің жолда қабылдау өткен аудандарда. Мыңдаған арыздың түскендігін айттыңыз, ол арыздарды қалталарына салып, сіздерді күтіп отырған ба? Ол арыздар бойынша өздері келіп, бізге айтқан ғой арыздар. Енді мына біздің азаматтардың көп сұрақтары болды. Көп сол жұмыс туралы, немесе біздің учаскелік инспекторлардың жұмыс туралы қалай істейді екен, сол туралы сол арыздар түскен. Енді мына Армениядан, Ресейден келген автокөліктер бойынша, шында қазір өте мына маңызды сұрақ, қазір біздің информациялық системаларда ол мәселелер тіркелмеген. Біз оларды әкімшілік жауапқа тартамаймыз қазір. Бірақ та қазір жұмыс істеліп жатыр. Жаңа мен айтып кеттім, индустриялық даму министрлігімен бірге мына система тап камералар бойынша қазір сол автокөліктер тіркеледі, содан кейін біз оларды әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Рахмет, келесі сұрақ.
Комсомольская правда, можно вернуться к тематике. Да? 9-10 июня вот, были различные митинги. Скажите, пожалуйста, по разным данным, что травмы получили еще и сотрудники полиции, порядка 300 человек. Насколько реальна эта цифра? И еще один вопрос. Также 10 июня уже в Алматы, в ночь, да, когда группа молодых людей вышла на улицы, было много, распространялось много ложной, неподтвержденной информации, и среди распространителей, как утверждают вот в социальных сетях, были и сотрудники полиции. Применялись ли к таким сотрудникам какие-либо меры? Спасибо. Ну, в части сотрудников, если сотрудник полиции сообщает о правонарушении, которое идет на улице, к нему разве можно применять какие-то меры административного воздействия? Любой сотрудник ложного не может быть. На самом деле мы видео вам показывали, мы специально показали вам видео с видеокамер, которые ночные съемки были, где группа молодых людей на автотранспорте идет по улице Тулеби, перекрывается движение, все это сопровождается выкриками, нарушением правил дорожного движения, нарушением общественного порядка. Тем более в этот период был сбит одной из автомашин наш сотрудник полиции, который сейчас находится в больнице, который перелом тазобедренного сустава. Вот данный водитель был задержан, сейчас он арестован. Ну и кроме этого у нас возбуждено 8 еще уголовных дел по таким фактам. Теперь в части 300 сотрудников, я сказал более 300. Действительно, более 300 сотрудников у нас получили легкие телесные повреждения в виде ушибов, ссадин, рук, ног, лица. И эти факты у нас зафиксированы. Но в связи с тем, что они не госпитализированы, я озвучил эту цифру. Она подтверждается медицинскими документами, и это не просто голые слова. Рахмет. Тем более, вы сами видели, наши сотрудники не применяли спецсредства, не применяли дубинки, все было сдерживающим фактором. И наоборот, хулиганствующие вот эти элементы нападали на сотрудников, избивали, били палками, арматурой кидали камни, в результате которых они получили телесные повреждения. И вообще, я здесь хотел бы сказать о корректности полицейских. Вы же все сейчас смотрите Евроньюс, смотрите телеканалы, что творится в соседних наших государствах и как работает полиция, наверное, здесь сравнить нельзя. Все время полиция плохой быть не может. И когда что-то происходит, угрожение плохое, все обращайтесь в полицию. Давайте будем патриотами своей родины и будем все-таки защищать общественный порядок вместе с полицией, а не только плохое говорить про полицию. Спасибо. Артистер, соңғы екі сұрақ. Здравствуйте. Последние два вопроса. Информационное агентство «Спутник Казахстан». У меня вопрос. Говорилось, что ведется досудебное расследование по поводу крушения Ан-2. Скажите, пожалуйста, на какой стадии оно идет и известны ли предварительные причины? И вот продолжение вопроса по митингам. Были видео, в том числе МВД показывали о том, как ломали автобусы, там, стекла и так далее. По данным людям, какие меры принимались? Спасибо. Вот первый вопрос я не услышал. По Ан-2. А? По Ан-2, самолет Ан-2 в Акмолинской области. А, ну, по самолету сейчас совместно с Комитетом по авиационной безопасности сейчас проводится проверка. Да, действительно, там один пилот погиб, двое получили телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по нарушению эксплуатации авиатранспорта. Вот, ну, сейчас вы прекрасно понимаете, во-первых, это сложная техника. До окончания проведения технической экспертизы пока результаты мы сказать не можем. Ну, в части тех хулиганов, которые ломали в автобусах двери, это все подпадает под статьи административного кодекса, под мелкое хулиганство, уничтожение чужого имущества. В отношении них были приняты меры административного воздействия, потому что они все были зафиксированы на фото, видео, съемки, и потом они привлечены к административным арестам по решению суда. Рахмет. Соңғы сұрақ. Соңғы сұрақ. Сәлеметсіздер ме? Ішкі істер министрлігінің реформалау арқылы қол жеткізген ең ірі жетістігін айта кетсеңіз. Ірі жетістігі дейсіз бе? Иә. Ол енді ашықтық дейм. Енді бүгінгі күні өзіміз айтып жатырмыз ғой, полиция ашық. Біз өзіміздің жоспарымыз бәрін ашық айтамыз. Не ол жатқан бүгін өзіңіз көріп отырсыз ғой, ештеңке тықпай, ештеңкені
Спасибо, коллеги. На этом мы завершаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Барлықтарыңызға рахмет, қатысқандарыңызға. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.